соревнованиях «Бидай» проходит уже в 6-й раз. Как и Олимпийские игры, их организовывают каждые 4 года. Спортсмены со всей страны тщательно готовятся, чтобы завоевывать главные трофеи. Глава государства в своей статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» отметил, уважая культуру, историю и ценности наших предков, мы должны брать все полезное и нужное. С этой строчки зрения сельский спорт сочетает в себе лучшие традиции спортивных достижений. Спорт – любимое занятие миллионов, гарант здоровья и воспитания молодежи. Разрешите поприветствовать вас от всей души, от имени Министерства культуры и спорта, и пожелать спортсменам ярких побед, а судьям честной работы. Соревнования собрали порядка 2000 участников со всех областей страны. Многие из них титулованные, чемпионы международных и республиканских турниров. Игры «Ахбидай» в основном направлены на развитие национальных видов спорта. Соревнования будут проходить на 9 спортивных объектах нашего города. Все виды конного спорта на ипподроме. Наши ахтубинские спортсмены подготовлены хорошо. На областном этапе были отобраны лучшие участники, которые собрали сборную команду. Участники уже проверили свои силы в конных скачках. Отличились представители соседних к нам областей. Но и ахтубинские спортсмены показали неплохие результаты. Будут оцениваться и общекомандные баллы. Регион-победитель соревнований определится через 5 дней. Инкара Карашаева, Миржан Аманжолов, Казахстан, Ахтубе.